Франции ведут войну против России. Они сидят советской, на большей крестьянской республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала себе пример для всех народов Земли. Капиталисты Англии, Франции, Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Ой, какая же была насыщенная экскурсионная программа-то! Эх. Вот. Замечательно просто. Надо бы посмотреть, что я там понаснимал. Объясните мне, что это только что было? Это не поддается никакому объяснению. А что если... О боже! Самые охотники за привидениями, да? Да? Скажите, что у нас опять на теплоходе забыл Феликс Эдмундович Дзержинский? Да, опять толкает речи. Нет, есть, конечно, те, кому такое по душе, но я извиняюсь, у нас тут рушится пространственно-временной континуум и здравый смысл от этого на пароходе. Так что... Вы давали гарантию, так что или вы опять претесь сюда в очередную глухомань, где мы застряли, или возвращайте деньги. Победа будет за нами!